Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота, мы продолжаем играть в игру под названием Tomb Raider, которая предоставлена магазином epicgay.ru. Ссылка на приобретение в описании. Мы на берегу, Иона нам в прошлой части дал хороший лук, и мы идем выручать Гарри Поттера нашего очкастого, да? Как показала практика, лук этот нам особых преимуществ пока что я не понял, каких дает, помимо того, что там я его заапгрейдил уже весь. Вот, и что... Как бы вроде он помощнее стал. Ну, был, вернее, уже изначально, и мы еще забыли, говорят, мощный вообще, пробьет все что угодно, да? Но что-то пока я не очень понял, что он должен пробивать. А, вот, смотрите, пустите комету в неровную стену, то есть он может теперь вот так вот, смотрите-ка, то есть можно, короче, блин, а спуститься нельзя? Или слишком угол? Да, наверное, угол великоват. Такс, ну хорошо, хоть здесь можно теперь цепляться. Ну что, Рейс, я подхожу к Эндьюранс. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не... Монтировка? Ладно, понял. Тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Что-то какие-то вообще мутные ребята, если честно. Так, зато мы тут чаю сейчас поубиваем. Да, иногда, честно говоря, я теряю нить вообще смысла происходящего, потому что... Так, вот, куда тут слезть можно? Хорошо. Что нам это дает, спросите вы? Ничегошечки. Кроме как возможности перелезть вот сюда, например. Вот, вон там наверняка есть... Да, кто-то ты, ничман. Ура, блин, их 15 тут вообще. Какая жуть. Так, с очередной какой-то нос тут корабля. Или это корма. Непонятно, короче. Сейчас, наверное, вниз, да, свалилась вниз. А птичка у нас тут что делает? Птичка у нас тут... Цыпленок. Чайку табака мы сейчас тут, короче. Блин, еще и себя поджег. Гениально. Просто гениально. Что-то тут, наверное, тоже должно быть. Так, вон там внизу я вижу нашу корабульку. Как бы надо, наверное, ее забрать. Блин, как спуститься туда безопасно. О, еще какая-то комнатуха здесь. Обожжен по краям. Что случилось с хозяином? Скрытая информация. Вот, что-то есть скрытое здесь. Зачем? На бирке имя. Милли. Милли. И вот зачем это? Знать мне. Про эти вообще всякие инро, побрякушки, все, что он находит. Вот кому вот это интересно вообще? Ведь никакого практического применения вообще не дает. Мало того, так еще и... Хотя, с точки зрения, наверное, изучения культуры, может быть, кому-то и будет интересно. Мне лично пока не очень. Этим пользовались писцы китайского императорского двора. Ой, тоже можно скрытую информацию получить. Так, вот китайские надписи тут. А вот эта надпись сообщает о принадлежности вещи императорскому послу. Или это японские. Хрен его знает, я не разбираюсь в иероглифах. Какие эти китайцы. Ну, если учитывать то, что он на каком-то японском острове, то... Вернее, близ Японии там где-то. То... Надо думать, что, наверное, все-таки они... Japanese. Made in Japan. Ну, запрыгивай.
пихать. Так, ну, наконец-таки. Блин, давай уже, надо как-то пробираться нам дальше. Что-то тут, блин, столько опять всего, а и ничего. Но при этом почему-то какая-то... За это уськает, вот, ну, жалко пропускать. Опа. Черти опять. Как эта баба освободила пленника? Она убила Владимира Владимировича. И Дмитрия Анатольевича-то. Локализаторы жгут вообще просто. Владимира Владимировича. Дмитрий Анатольевич. Вот это прикольно, кстати. Это я снимаю шляпу. За подобный юморок. Так, ну где? Даже убивать вас неохота, друзья мои. Куда она там свалилась? Блин, куда-то в другую сторону упала. Ну, убить вас пришлось. Вот, сюда. Собрано, давай, Виталий, лук. То есть еще можно будет его апгрейдить, да? Когда только он соблагоизволит собраться полностью. Под конец игры, наверное, только, да, когда уже тут, блин, я уже забуду давно, что здесь есть могила эта, блин. Тут же вот мы еще там один не открыли. Одну гробницу. Потому что там она завалена как-то вообще по-особенному. Который, наверное, только каким-нибудь газом можно, наверное, будет только газ взять. Либо динамит закладывать придется. Гранатомет тоже не работает, я пробовал. Во, винтовка. Блин, я уж обрадовался, лук. Ну, только что, блин, я об этом говорил буквально минутку. Слушайте, прикольный такой звук. С рикошетиком сейчас прям так выстрелился. Я имею в виду звук прикольный от глушака. Ать. Нет, не ать. Ать, не ать. Ну чё, надо, блин, уже нам как-то наверх забираться так долго. Что я тут засмотрелся. Вот увидите, пособирал. И уже винтовку обновить можно будет. Что, правда, не улучшать нужно будет, я пока не очень в курсе. Но что хоть новенькое. Так. Блиндерс. Что, нам опять надо куда-то через этот, да? Запрыгивать. О, да, сюда. Берег такой здоровенный сделали, блин, а не лениво же было. Конечно, прикольно, красиво здесь все такое, но... Что-то уж очень много всего понапичкали. Игрушка сама по себе не короткая. Такая, по сюжету я имею в виду, столько всего происходит, этих событий. Ой. И чё? Так, а вот. Ай! Ей-ей-ей-ей. Давайте-ка попробуем бабахнуть. О, бабахнуто. Там еще справа скала, если что есть. Ну, хочется сперва в эту комнату зайти посмотреть, что тут валяется у нас. А тут шиш на постном масле, да? Не, вот, что-то есть такое. Опять какой-то дневник, что ли? Что случилось с детьми? О, еще одна игрушка. Еще одно имя выцарапанное Коко. На дереве. Коко. И что же это нам? О чем это нам говорит?
Ну, наверх можно? Можно. О, сразу спуститься можно. Ну, в принципе, да, нам туда и надо. Да ведь? Нам сюда надо? Опа, Васьки идут. Владимир Владимирович. Спать. Ух ты, сотку дают уже, смотрите, опыта. Из глушака. О, еще одна гробница. Ну давайте, заглянем. Еще одну гробницу. Какой-то бункер тут опять, смотрите-ка. Не, ну конечно, блин, с президентами, с нашими. Интересно, это и правда было подголовником? Или все-таки это часть скульптурной композиции? Обязательно узнаю, если выберусь отсюда. Таким, блин, прям залихватским голосом она это говорит. Обязательно узнаю. Если выберусь отсюда. Сперва выбраться надо. Так. Угу. Надо только сперва сюда заглянуть. На всякие п. Оружие. О, шкафчик какой-то есть. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Хорошо. Фац. Уцепились. Ну и поползли опять. В тьму тьмущую. Не похоже, что тут на тьму тьмущую. Первая, по-моему, светлая гробница, да? Так, а здесь что? Обратно. А, это, наверное, выход. Когда назад будем возвращаться. Чтобы там через это, что ли, не лезть. Больше ничего нет вроде. Я, в любом случае, ничего не вижу. Так. Так, вот еще там такое-то лежит. Опыт 500. Фотография двух девочек. Это бумажник их отца. Имена на фотографии. Милли и Коко. Я нашла их игрушки. Что случилось с этой семьей? Что-то явно нехорошее. Так, вот еще тут ящичек валяется. Какие-то снаряды валяются. Видите? Так, отсюда мы пришли. А вот туда нам надо идти. Все логично. Так. Очередной раз в ракообразной позе тут, можно сказать, ползем. Так, во. Карабин. Ой, что нам можно модифицировать? Давайте посмотрим. Мало, правда, что-то этого снаряжения у нас. Так, изменение нарезов. Повышает скорость. Так, оптический прицел. Вот, это круто, кстати. И глушак можно вешать даже. Батюшки. Глушак стоит 500. Нет, лучше оптику повешу. Правда, я что-то не помню, чтобы я в этой игре на дальней дистанции с кем-то стрелялся. Прошу прощения, что-то у меня горло болит. Так, вот какой-то здесь есть. Ха. А это ведь какая-то лаборатория. Их отправили сюда изучать природу бурь? Угу, надо думать. Так, уключатель. Опа. Здесь есть электричество. Как это возможно? Хауэт спасал. А ты вот это не заметил только что по горящим лампочкам? Не только по этим рубильникам, блин. Тут вообще свет тоже давно горит. Нужно найти путь на ту сторону. Ладно, не будем. Не будем придираться.
Угу. Так хочется, как Бэтмену, прям, знаете, тросомет этот бух в стенку влепить и перелететь через непреодолимые препятствия. Так, вот еще. У нас битком уже, да? И что здесь надо сделать? Кто мне знает? Это чучело какое-то или что это? Шест какой-то. А, это швартовая, наверное, на которой этот плот держится. Так, и что нам надо сделать-то? Перебраться туда, что ли, на плоту? Нет. Ага, а, она задирает, смотрите-ка, этот. Так, 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 соображай, соображай его. Еще разочек попробуем. Это какой-то там прожектор, что ли, или что это? Так, долго его удержать не получится, только короткое время определенное, да? Так, ух ты, смотрите, тут какая-то веревка есть. Похоже, все проблемы из-за света. Так. Да, бесполезно стрелять. Так, там еще какая-то лестница есть. Ну, блин, падать в электро... это смерти подобно. Воду-то электризованную. Так. О, плот же можно, кстати, сюда ковырнуть. Что-то он какой-то медленный. Угу. Так, еще разочек. Хватит. Так, ну я думаю, хватит. Нам, чтобы сделать что? А, вот, чтобы на это перепрыгнуть, хватит, я думаю. Так, теперь поднимем, да, и пробежим по воде. Я думаю, нам хватит времени, да? А не хватит, нам хана. 4, 5. Грубо говоря, 5 секунд, короче, есть. Опа, побежали. А Яна тут еще замедляется. Быстрее давай. Фу. Такс, ну что? А, все, я догадался. Я догадался. Надо подтянуть плот. Потом подтянуть эту хренобень. И поставить ее на еще раз подтянутый плот. Бац. Опа. Вот и все. Все просто. А теперь можно гулять по воде сколько угодно. Аки посуху. Так, ну что здесь у нас? Склад. Артефакты из древней гробницы. Что они здесь искали? Склад тут у них. Как интересно. Удивляется постоянно, но не показывает, что берет все время, а? Гробница расхищена только. Одно очко постоянно берет себе, да? В карман. Шух. Такс, можно улучшиться, кстати, сразу. Дабы не, я бы даже сказал. Прости меня за бедность речи. Шутка с Дмитрием Анатольевичем, Владимиром Владимировичем, у меня до сих пор из головы не выходит. Забавно, забавно. Подняла мне настроение. И без того приподнятое. Так, ну и что у нас тут можно... А, ну, ладно, все, улучшили. Харен с ним. Так, а вот... Забыл я улучшить винтовочку нашу. Ну, ладно. Костерков тут всяческих полно. Надо выбираться наружу и заканчивать на этом. Коротенькая часть получится. Не было у меня, к сожалению, времени нормально поиграть. Да и нету его сейчас. Так. Тут у нас еще одна осталась гробница на берегу. Интересно, вот эти гробницы меня, конечно, манят.
интересно залазить туда в них и узнать, какая же все-таки загадка там притаилась. Хотя, конечно, такие загадки здесь, их ее так едва ли назвать можно загадкой. Опа. Да я допрыгну, а тут... Вообще должен, больше здесь нету выходов-то. Рискнем. Хо, ты дыщ. Пальцами зацепилась, отлично. Так, здесь мы все взяли. Ну хорошо, хорошо. Доберитесь до Endurance. Так, а это еще была гробница каким-то звеном проходным. Сейчас, наверное, что-нибудь отвалится, нет? Нет, не отвалилось, смотрите-ка. И... Что это? Блин, это переход какой-то в новую локацию, что ли, очередную? Слушайте, походу, правда. Аккуратно. Аккуратно. Так. Здесь, наверное, надо стрельнуть. Блин, а это, наверное, видите? Эть. Это не сработает. Это там заваленная, наверное, камнями дверца, которую неизвестно пока как отпирать. Не очень, я, честно говоря, понимаю. Императрица Солнца дряхлеет с каждым днем. Совсем скоро она выберет себе преемницу. Боюсь, ею стану я, ее фаворитка. Она обожает меня, называет своей первой дочерью, всегда держит при себе, даже расчесывает мне волосы и наряжает в свои лучшие наряды. Я чувствую себя любимой собачонкой или куклой. Но самое ужасное, она все время пристально всматривается в меня, будто разглядывает собственное отражение в зеркале. Как мне тебя жалко. Текс. Ну как же вот эти вот взрывать решетки-то? Арматурные камнями еще такими заделанными, блин. Ну, по-любому что-то с луком связано. Надо будет как-то лук дособирать, да апгрейдить. Так, 594 у меня, да? Бункер на скале. Ну вот не страшно ведь ей одной лазить так вот по всяким этим. Я вот все удивляюсь. Жутковато же должно быть. В какую-то задницу постоянно сознательно идти. Ну так, боясь просто за свою жизнь изначально. Эндивенс, они разбирают его на части. Да. Так, ну ладно, вот у нас тут лагерь. 200 аудиталий собрано. Так как нам можно перебраться-то? Как-нибудь да можно. Я думаю, на этом пора заканчивать, друзья мои. Напомню, игра предоставлена магазином epicgame.ru. И надеюсь, что вам все понравилось. Увидимся в следующей части. С вами был Фолиот. До новых встреч. Большое пока.